160-е. Ни рыба, ни мясо. Знаете эту поговорку, да? Мужчина может быть умный, ну или дурак, ну или где-то между. А вот женщина может быть только женщиной. Ну, или чем-то непонятным, не женщиной. Почему? Потому что у нее есть матка. Постоянно об этом говорю. А все остальное в ее теле – это лишь то, что обслуживает матку. Вы всегда об этом забываете. И поэтому она не может быть ни умной, ни дурой с нашей, с мужской точки зрения. Нам не с чем сравнивать. У нас нет матки. И не было, кстати. Это вот у них. Где-то читал, что эмбрион человека в самом начале женский, женщина. А потом уже идет как бы выбор, кем быть, мужчиной или женщиной. И там формируется уже. Так что, дамочки, выбора-то у вас нет. Вот у нас, у мужчин, как оказывается, есть. Быть умным или дураком, например. Именно поэтому такой высокий разброс между откровенными идиотами, как знаменитые убийцы, преступники, политики, и между явными и неявными гениями, нобелевскими там лауреатами, изобретателями, бизнесменами. Они все мужчины же. А вот у женщин с этим сложнее. Они почти все середнячки, где-то между «О, какая жопа» и «О, какие сиськи». Короче, ни рыба, ни мясо. Женщина. Женщина. А вы прям с ней носитесь, как с какой-то ценностью. Ну да, в деле рождения детей у нее все козыри на руках. Но ведь и только. А если мне вот не нужны дети? Есть кому рожать, и без моего участия уже вон нарожали 6 миллиардов. Да и Африка не отстает. В курсе, да? Вот там женщина, это значит, почти как священная корова в Индии, знаете, да? Хотя я ничего не имею против попользоваться. Иногда, когда есть желание и возможность, все равно же ходят тут, туда-сюда, бесчисленное множество. Еще ведь каждый год подрастают новые –